Только за 2012 год в компании «Газпромнефть» и «Образнефтегаз» было внедрено 9 раз предложение, что позволило сэкономить компании более 7,5 миллионов рублей. С одним из рационализаторов, заместителем главного механика Григорием Черновым, познакомился наш корреспондент. Без малого за 25 лет работы в компании Григорий Афанасьевич внедрил на производстве 8 раз предложений и одно запатентованное изобретение. В соавторстве с еще одним сотрудником Чернов разработал обогреватель клапана устья скважины, что значительно облегчило труд нефтяников. А в декабре прошлого года Чернов придумал шаблон для измерения диаметра штуцера шарового крана, который используется на скважинах для закачки воды в пласт. Неудобство в том, что его очень сложно замерить. Заводской маркировки нету на нем, на самом этом сменном штуцере. Понимаете? И поэтому, когда вот надо, допустим, поменять там четверку поставить, там пятерку штуцер на скважину, или какой-то сложность именно в замере самого диаметра. Очень неудобно там подлезть. Незатейливый с первого взгляда инструмент оказался важным подспорьем для слесарей и операторов цехов добычи нефти и газа, которые раньше чего только не пробовали. И линейки, и сварные электроды. При таком дедовском способе существовала вероятность случайной ошибки. Да и время на подобные измерения уходило намного больше. С помощью линейки, так будем говорить, мерили, да, штангель циркулем, вот так вот выходили. Без шаблона. Это вызывало неудобства? Ну, конечно, это время терялось, и все, неудобства. На морозе, допустим. Сегодня в каждом цеху добычи компании «Газпромнефть» и «Образнефтегаза» есть шаблоны Чернова. Слесари и операторы по достоинству оценили новинку. А сам Григорий Афанасьевич, человек по природе скромный, считает, что ничего особенного не придумал. Просто люди попросили его решить одну задачу, а он просто ее решил. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко, Александр Иванов. Новости нашего города.